Остановка «Сквер уральских добровольцев». Как ты говорил? А чем ты еще на работу там сидели? Остановка улица Попова. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы. Уступайте места для сидений инвалидам, беременным женщинам, престарелым людям и пассажирам с маленькими детьми. Остановка улица Борчининова. Да, чтобы она дала мне.
улица Ленина. Электротранс приглашает на работу кондукторов автобуса и трамвая. Официальное трудоустройство. Соцпакет. Средняя зарплата 21 тысяча рублей. Ждем по адресу. Улица Уральская, 48А. Телефон 281-96-30. Я же 50 лет работаю.
Следующая остановка улица Крылова. Уважаемые пассажиры, из-за сохраняющегося риска распространения COVID-19 необходимо пользоваться масками и перчатками, соблюдать дистанцию 1,5 метра. Чаще быть в руках. Следующая остановка – шоссе Космонавтов. Пермгорэлектротранс приглашает на работу водителей автобуса. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Зарплата от 35 тысяч рублей. Ждем по адресу: улица Уральская, 108А. Телефон 281-96-30. Шоссе Космонавтов. Следующая остановка — улица Левченко. Мы поедем, мы поедем, мы живем.
Следующая остановка улица Стахановская. Подождите, почему?